Велосипедисты отмечают 1 мая по-своему. Уже 38-й раз они вышли на старт соревнований, посвященных памяти олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Место сбора также традиционное – площадь у драмтеатра. Сегодня этот самый он знаменательный тем, что мы вновь открываем его на новой улице Ленина. Изменили несколько дистанцию. Она теперь стала более динамичной, более красочной. Зрительский эффект очень красивый, потому что они все соревнуются на виду у зрителей. Но, тем не менее, оставили два подъемчика, оставили, которые становятся украшением этой гонки, потому что тяжело ехать подъем. И от этого борьба была очень красочная. Собравшихся поклонников велоспорта ждали 4 заезда в самой зрелищной дисциплине – гонка «Критериум». Ее отличительная особенность – промежуточный финиш после каждого круга. При таком раскладе спортсменам совершенно некогда расслабляться. Ведь для того, чтобы заработать максимальное количество баллов и победить, нужно приходить первым каждые 1800 метров. Помимо высокой конкуренции, ведь на старт вышли более 100 спортсменов из Омской области, Бердска и Казахстана, препятствий на пути к пьедесталу добавила новая конфигурация трассы, а также непростые погоды. Годные условия. Всегда был рад соревноваться, и сегодня дистанция небольшая, но так тяжелые повороты, там сложно, иногда страшно было. В отрыв уехал, когда после подъема, там все стреляют, и я попробовал, уехал в отрыв. И вот продержался один круг и выиграл. И так все очки снимал. Самой зрелищной и ожидаемой, конечно, стала гонка на приз первенства Сибирского федерального округа. Она проводилась среди мужчин и была самой длинной. Велосипедистам нужно было пройти 28 кругов, что в общей сложности составляет почти 50 километров. Сразу уйти в отрыв от соперников и удерживать лидерство на протяжении всей дистанции удалось мастеру спорта международного класса, победителю первенства мира 91 года, неоднократному чемпиону России и Советского Союза Дмитрию Мурашко. После того, как соперники на первом финише загнали себя в красную зону, была сделана традиционная атака, на которую никто не смог ответить, но дальше пошло все равно потихонечку. Не буду жеманиться, достаточно прогнозируемый результат сегодня. Гонка традиционная, езжу ее с самого детства на сегодняшний день. Позитивный момент, то, что подтвердил свои ожидания, своей физической формы на сегодняшний день. Стоит отметить, что эти старты для велосипедистов не просто соревнования, но и качественная тренировка перед началом нового гоночного сезона. И самое главное, настоящий праздник. Вообще 1-9 мая гонки очень интересные, веселые, потому что они проходят в центре города. Здесь экзотика, что ли, так вот интересное что-то. Обычно на дороге, на шоссе там проводится, или на арене Омск, неинтересно, постоянно одно и то же. А тут вот 2 раза в год проводят, 3, еще в июне там Вело-Омск проходит. То есть очень интересно тут ехать в центре. Дороги хорошие, поворотов много. То есть из-за поворотов, то есть в основном на шоссе, 2-3 поворота, 2 поворота, один в одном конце, другой в другом конце трассы. Ничего не тренируется. Здесь везде повороты. То есть развивается тоже. Вот приезжаешь на какие-нибудь первенства России, а там везде повороты. То есть в основном в городах проводят, то есть прямо в самом городе. И все, а ты уже будешь, считай, готов к этой гонке, к поворотам, к этим. Очень интересно, если честно. В заключительном заезде мемориала на старт вышли ветераны велоспорта в 3 возрастных категориях. Лидерами гонки стали Дмитрий Мурашко, Андрей Егошин и Юрий Володин.